Второй угловой подает футболисту Рубина. Вот командует Максим Кабанов. Подсказывает Любомиру Кантонистову, чтобы тот вернулся поближе. Ох, какой момент! И гости выходят вперед. Александр Гаскан. Вот после этого непонятного совершенно поведения торпедовских защитников и вратаря, когда они ну, просто не разобрались, кто уж тут должен был выходить на эту передачу. Вот посмотрите, подача Орландо Калиста. Промахивается мимо мяча вратарь. И Александр Гаскан. Здорово здесь действовал Фернандо. Сломана копий.